Всем привет! Быстренько сделаю сейчас обзор. Ярославская область, город Переславль-Залесский. Сняли домик. Здесь, наверное, где-то соток 6 участок. А за моей спиной домик. Он на одну комнату. Рядом соседняя дверь — это баня. Веранда с дровами. Адрес не буду говорить. Скажу только, что у меня такое чувство, что москвичам сейчас мстят все по всей стране по поводу цен. Если кому интересно, как обычно, в директ пишите или комментируйте, сколько стоит, я вам скажу обязательно. Сейчас пойдем пока посмотрим быстренько. Верандочка, тушенка. Вот здесь баня. Че? Блин, ладно, пойдем пока сюда. Такая маленькая прихожая. Вот здесь, собственно, ничего такого нет. Кстати, пол теплый, отапливается дом с помощью пола теплого. Здесь сразу туалетик, нагревание воды. Здесь душевая кабина. Кстати, вода течет не очень. Ну, блин, деревня, что поделаешь. Не как в городе. Здесь, наверное, 20 метров с небольшим. Диванчик. Шкафчик. Еще зеркало. Холодильник, микроволновка. Такое окно. Ну, мне нравится, конечно, нравится. Единственное, дороговастенько, потому что сейчас я уже целое видео записывал на Ютубе, в Инстаграме о ценах на загородную недвижимость. Цены сейчас очень сильно кусаются. Мы здесь поживем неделю, потом я буду искать, вернее, в процессе этой недели буду искать дом или квартиру подешевле в Переславле-Залесском, либо в деревне какой-нибудь близлежащей. И здесь будем жить, поживать, пока карантин в Москве не снимут. Вот. Вот есть такие варианты. Да, покажу баньку. Вчера здесь... Ой, блин! Башка моя! Короче, мы вчера здесь были вдвоем. Ну, на самом деле, баня хорошая. Все очень вкусненько пахнет. А, еще я здесь почитал книжки. Оказывается, интересно, жизнь Ленина. На самом деле, можно почитать. Так, ради прикола. Правда, очень много... Вот этот чувак очень интересный. Единственное, конечно, многовато. Так, пойдем покажу. Здесь все стандартно, особо, кстати, тут ничего такого необычного нету. И баня, собственно, печка и лежачок. Сколько стоит эта банька? В комментариях могу написать, если спросите. Но, блин, дорого, все дорого. Гриш. Тушенка. Я еще должен сказать про плюсы и минусы Переславля-Залесского. Плюсы — это очень древний город, здесь очень много интересного, много церквей, монастырей, офигенное озеро, на нем очень вкусная рыба, ряпушка живет, ее ловят здесь. Дальше здесь из плюсов, здесь вот такая архитектура старорусская, можно найти домик подобный этому и в нем жить, поселиться, да. Можно даже на берегу озера поселиться. А из минусов, здесь очень много москвичей, здесь цены на продукты в магазинах московские, в ресторанах, в кафешках тоже московские, то есть вообще не дешево. Ну, московские цены, да. На такое жилье, подобное этому, тоже цены, как в Италии, я не знаю, да, вот. Это из минусов. А плюсы, ну, вы сами для себя увидели, да, природа, Россия, средняя полоса. Да, чуть не забыл, уже записываю из дома это видео. Я нашел альтернативу
этому дому бани. И альтернатива просто закачаешься. А какая она, смотрите на моем канале видео. Я обязательно, когда его смонтирую, скину в комментариях к этому видео, либо в описании добавлю. Поэтому ждите на связи.